за ваш союз, за вашу семью. За Петра и Лизу! Почему ты молчишь? Ты опоздал. Я нервничаю, если ты не отвечаешь вовремя. Что можешь сказать о ней? Ничего не могу. Сегодня ее нет. А что с ней? Ты давно с ней знаком? Знаком. Но не хочу о ней говорить, мне неприятно. Ты все время ездишь. Здесь горела моя подруга. Ты об этом знала, да? Если опоздаешь, я приду к тебе домой.